Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз осудил страны, которые помогают диктаторскому режиму России обходить санкции. Глава государства отметил, что устал от борьбы с ними на дипломатическом уровне и готов вывести эту борьбу в публичную плоскость. Об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве. Есть, к сожалению, государства в этом мире и на европейском континенте, которые хотят этого, но не хотят, но помогают обходить санкции. Я немного устал в этой борьбе. Я думаю, что я начну публично бороться с теми, кто позволяет обходить эти санкции, отметил он. Президент подчеркнул, что эти санкции приводят к увеличению производства ракет, чтобы мы все выглядели адекватно, а не болванами. Как можно думать, как нам продуцировать ежемесячные сотни ракет, а с другой стороны давать возможность, чтобы они обходили и производили больше ракет типа X или других ракет. То есть какая-то ерунда происходит, сказал глава государства. Зеленский неоднократно публично осуждал действия стран, которые помогают России обходить примененные против нее ограничения, и отмечал необходимость применения санкций против них. В частности, сегодня на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего заслушали доклад о разведке по странам, которые помогают Российской Федерации не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны.